Коллеги, еще раз всех приветствую. Меня зовут Кожевников Роман, я продакт-менеджер компании IP-Matic. Сегодня я буду рассказывать про наш бренд, бренд гарнитур VT. Вот. Сегодня будет предоставлена информация про компанию, про модельный ряд и про новинки, которые ожидаются у нас к поставке в четвертом квартале. Давайте приступим. Значит, коротко о компании. Бренд VT был основан в 2005 году в городе Симунь, это Китай. У компании есть собственная фабрика производства, на которой делается вся продукция компании. Общее число сотрудников более 100 человек. Компания VT – это один из самых профессиональных производителей гарнитур в Азии. Собственно говоря, компания выросла из OEM-ODM-производителя для гарнитур для таких компаний, как Ялинк, Сном и, соответственно, другие. Значит, таким образом выглядит здание и офис компании VT. Вот, на фотографии справа вы можете видеть мистера Blue Wu, который является аккаунт-менеджером от компании VT, который работает с компанией IP-Matic. На данном слайде представлено оборудование, которым пользуются специалисты, инженеры компании VT при разработке своей продукции. То есть цикл производства компании VT, да, продукции компании VT – это полный цикл от разработки идеи, концепта, также тестирования материалов, каких-то опытных образцов. То есть полный цикл производства гарнитур, который, соответственно, мы продаем. По сферам применения это довольно-таки стандартно для гарнитур. Первая, самая очевидная сфера применения – это колл-центр. Он может быть маленьким, может быть большим, как видите на картинке на слайде. Вот. Это практически главный инструмент оператора при общении с клиентом. Так что гарнитуры, соответственно, должны быть качественными и надежными. Также колл-центры и, можно сказать, офисы могут выглядеть, как представлено на слайде, то есть может быть какое-то небольшое помещение open space, в котором каждому человеку нужна мобильность, и при использовании беспроводных гарнитур VT можно добиться такой мобильности при, соответственно, непрерывной связи с клиентом. Можно подойти к коллеге посоветоваться, можно подойти к супервайзеру, к руководителю, обсудить какие-то вопросы и сразу же решить какую-то проблему, которая возникла у самого клиента. Также очень часто у нас берут гарнитуры под офисы. Надо сказать, что и компания IP-Matic для своих сотрудников использует только гарнитуры производства компании VT. Дальше, конечно же, топ-менеджеры, менеджеры среднего звена там, да, в разных компаниях могут использовать у себя в кабинете решения от VT. Например, самую передовую и инновационную там, серию DECT-гарнитур VT могут использовать руководители у себя на рабочем месте, могут общаться с клиентами, с заказчиками, с поставщиками, с контрагентами, не знаю, там, с банками, и быть всегда на связи для общения и свободного передвижения по офису для решения каких-либо вопросов. Ну и, конечно, самый из простых, наверное, сфер применения – это домашнее применение. Любой геймер, любой сотрудник, не знаю, любой человек может приобрести гарнитуру VT и общаться по Skype, общаться по Zoom. В период пандемии коронавируса это очень актуально. Вот, так что домашнее применение тоже имеет место быть. Коллеги, давайте тогда перейдем ко второму пункту. Это модельный ряд компании VT. Младшая модель компании VT – это VT-1000. Как видите на слайде, есть две разновидности со шнуром RJ и со шнуром USB. Со шнуром RJ, соответственно, это у нас модель, которая уже давно поставляется, уже более 2 лет, как мы работаем с компанией VT. А вот модель с коннектором USB у нас поставляется впервые. Вот в четвертом квартале мы ожидаем первую поставку данной гарнитуры. Гарнитуры будут иметь, как видно на слайде, абсолютно минимальную цену для такого рода оборудования на рынке и будут иметь следующие характеристики. Они будут, соответственно, схожи с гарнитурами
с разъема RJ. Это узкополосный звук, это два варианта, соответственно, исполнения с одним, с двумя ушами. Будет система защиты органов слуха, называется она SafeTone. Соответственно, гибкий держатель микрофона позволит регулировать штангу микрофона для обеспечения наилучшей передачи сигнала там, да, при общении с клиентом. Также гарнитуры VT абсолютно все без исключения, не только эта модель, обладают облегченной конструкцией, которая позволяет использовать ее практически все рабочее время, когда оператор либо менеджер находится в офисе. Да? То есть голова не будет болеть из-за того, что ободок слишком сильно ее пережимает. Ну и, соответственно, в дополнение к каждой гарнитуре, не только к гарнитуре VT1000, идут два комплекта абишур, одни из поролона, другие из кожзама. Гарантия на начальную серию VT1000 у нас составляет 12 месяцев. Далее следует более старшая модель, модель VT5000. Здесь из отличий от серии VT1000 у нас появляется шумоподавление, то есть порядка 90% внешнего шума будет отсекаться, и, соответственно, собеседник на том конце будет слышать более четкую картину, что ему пытаются донести. Здесь у нас уже в комплекте идут, там, соответственно, разъем QD, да, с помощью которого можно будет эффективно и гибко менять разъем, который вам нужен для подключения именно к устройству, через которое будет производиться связь. То есть в наших гарнитурах мы для удобства наших партнеров при использовании с телефоном Yalink вкладываем в каждую такую модель переходник UD RJ9. И, соответственно, распиновка на этом RJ позволяет работать с телефонами Yalink. Гарантия на эту серию VT5000 у нас 24 месяца. И самая старшая модель в ряде проводных гарнитур – это у нас VT6200. Она уже отличается HD-звуком. Также в ней присутствует шумоподавление, абишуры из кожзама. И есть, соответственно, две разновидности, которые мы поставляем с самого начала сотрудничества с компанией VT. Это разъем QD с переходником на RJ и, соответственно, прямой разъем USB. Гарантия также, как и серии VT5000, 24 месяца. Далее у нас идут беспроводные решения. Начнем мы с DECT гарнитур. Младшая модель из DECT гарнитура – это у нас VT9000. Модель, соответственно, исполнение одна с одним и с двумя ушами, есть HD-звук, работает она до 8 часов в режиме разговора, то есть на полный рабочий день ее вполне должно хватать. Также у нее присутствует быстрая зарядка, да, полный заряд батареи производится менее чем за 3 часа. Радиус действия такой гарнитуры внутри помещения будет до 30 метров, вне помещения будет порядка 150 метров. Также на базе у нас присутствует целый ряд клавиш индикации, да, которые вам позволят определить, производится ли зарядка, идет ли сейчас звонок и другие основные функции типа заглушенного микрофона. Также, как уже говорил, все гарнитуры имеют облегченную конструкцию, будет в ней удобно находиться и работать хоть целый день. Амбушюры из кожзаменителя в комплекте. Соответственно, данная модель предназначена для использования с любым IP-телефоном. То есть здесь вот сзади у самой гарнитуры есть переключатель, который позволяет подключиться к любому, абсолютно любому IP-телефону, да? То есть произвести некие такие физические настройки. Гарантия на данную гарнитуру составляет 24 месяца. И далее у нас идет следующая разновидность DECT-гарнитуры – это VT9300. Модель отличается от предыдущей 9000
VT только тем, что данная модель предназначена для использования только с компьютером, да, то есть она подключается только к компьютеру. Какое-то время назад мы данную модель возили, но прекратили ее поставлять ввиду обновления элементной базы данной гарнитуры, и вот, соответственно, как только это произошло, мы опять начали ее поставлять. То есть следующий транзит у нас ожидается в четвертом квартале. Можно будет ее заказать на тест, можно, соответственно, предлагать своим партнерам, своим заказчикам. Также следующая гарнитура, которую мы также продолжили снова возить, это VT9400. Отличается она от предыдущих двух своей универсальностью, а именно она может быть подключена как по USB-кабелю к компьютеру, так и через RJ-кабель, которые вот все данные кабели, которые я назвал, они идут в комплекте с данной гарнитурой при поставке. Может быть использована с любым IP-телефоном. То есть также на задней части есть определенный рычажок, да, настройки для обеспечения там наилучшего сигнала с любым производителем и любой моделью IP-телефона. Далее идут у нас беспроводные гарнитуры, гарнитуры Bluetooth. Одни из, надо сказать, самых популярных и самых, наверное, дешевых решений, самых экономичных, да, неправильно выразился, самых экономичных решений на рынке беспроводных гарнитур Bluetooth. Здесь из параметров у нее, соответственно, HD-звук. Работает она до 21 часа в режиме разговора. Соответственно, версия Bluetooth у нее идет 5.0. Радиус действия данной модели составляет до 10 метров. Можно будет использовать сразу с двумя устройствами, например, со смартфоном и с компьютером. Соответственно, подключается она к любому устройству, у которого есть Bluetooth-передатчик. Также амбушюры из кожзаменителя, облегченная конструкция, LED-индикация на самой гарнитуре и, соответственно, гарантия на нее составляет 24 месяца. И последняя гарнитура, которая есть у нас в модельном ряде компании VT, это модель VT9602. Данная гарнитура отличается от предыдущей 9520 расширенным радиусом работы, то есть здесь уже до 30 метров, в отличие от предыдущей 10 метров. И, соответственно, есть у данной гарнитуры еще дополнительный свободный порт USB, через который можно заряжать любые мобильные устройства, будь это Powerbank, телефон, либо какую-то, не знаю, другая вещь, которую нужно зарядить через USB. Соответственно, питается данная модель через блок питания, а не через шнур USB, через, ну, как в предыдущей модели 9500 VT. Соответственно, порт освобождается, и можно будет использовать ее для подзарядки. Далее все стандартно, облегченная конструкция. Как всегда, помогает приятно использовать ее хоть целый день, без каких-либо неприятных ощущений в голове. Амбушюры из кожзаменителя, и гарантия составляет 24 месяца. Также помимо самих гарнитур у нас поставляются переходники, которые можно, соответственно, варьировать в зависимости от задачи, которая была поставлена. То есть данные переходники, которые изображены на слайде, QD там, 3,5 мм, QD USB, да, позволяют гибко использовать данную гарнитуру для подключения к компьютеру, к телефону, не знаю, там, к ноутбуку, брать с собой и, соответственно, с помощью переходников иметь такую некую гибкость, которая позволяет быть всегда на связи при общении со своими клиентами, партнерами, не знаю, там, друзьями, у кого какие, соответственно, задачи стоят. Далее я хотел бы поговорить про некий мировой опыт, да, внедрения гарнитур VT в каких-либо предприятиях и компаниях и немножко рассказать о том опыте, который был у нашей компании, у компании Appymatica, значит, чем мы можем поделиться. Начну с мирового опыта. В Китае данные гарнитуры довольно-таки популярны. Одни из там лидирующих компаний Китая в данном, соответственно, случае это China Telecom, одна из как бы старейших и крупнейших компаний Китая, используют гарнитуры VT. Количество сотрудников там порядка более чем полмиллиона. Используют они гарнитуры VT5000.
Следующая компания China Unicom использует также модель VT5000. И вот последний, наверное, пример из китайских кейсов – это China Pinan, компания, которая использует гарнитуры VT6200. Если говорить же о нашем российском опыте, да, опыте компании Epimatica, данные гарнитуры у нас очень популярны, особенно они стали популярны в период коронавируса, самоизоляции, да, то есть многие компании переводят своих сотрудников на удаленную работу и, соответственно, обеспечивают их оборудованием. Очень часто у нас закупают различные банковские структуры, муниципальные структуры, типа судов. Например, суды Башкирии используют гарнитуры VT, и было там порядка несколько закупок, там 2-3 по данной номенклатуре. Очень сильно облюбовали данные гарнитуры крупнейшие операторы России, да, такие компании, как Ростелеком. Насколько мы знаем, данная гарнитура от компании VT была добавлена в список рекомендуемых гарнитур при, соответственно, опубликовании или оснащении каких-то офисов компании Ростелеком. Так что обращайтесь, всегда готовы вам помочь с любым кейсом. У нас есть профессиональная компания пресейл инженеров, технических специалистов или специалистов отдела продаж, которые помогут подобрать гарнитуру именно конкретно под вашего заказчика, под ваши нужды. Например, там многие наши партнеры берут данные гарнитуры к себе в офис, да, и, соответственно, используют при общении с, там, с клиентами по удаленке либо в офисе. Вот, соответственно, готовы вам всегда помочь, обращайтесь. Мои контакты вы видите на слайде, либо всегда вы можете обратиться к нам через отдел продаж, через наш сайт, через общую почту, либо, соответственно, можете писать свои вопросы, пожелания, предложения мне на почту, и я, соответственно, с радостью вам помогу. Коллеги, у меня на самом деле на сегодня все. Все пункты, в принципе, уже освещены, и про новинки проговорили, и про компанию VT также освежили информацию. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад на них ответить в режиме вебинара. Можете написать их в чат, и мы их обязательно прочитаем. Ну, видимо, данная презентация была максимально полная, поэтому, коллеги, очень вас благодарю за ваше внимание, за то, что уделили несколько минут, чтобы освежить знания по продукции и компании VT. Будем рады видеть вас снова на нашем канале. С вами был Роман. Всем хорошего дня. До свидания.